Тюменский мастер спортивного ножевого боя Александр Стриганов вернулся из Ростова-на-Дону, где выступил в ежегодном турнире «Талпар Ростов Торнамент 2022». Где-то поединков 9 было, потому что я участвовал в Ростовке, в команде. Больше я не участвовал, потому что турнир затянулся и так достаточно, на продолжительный срок. И участников было 67. Результат бронза в ростовой категории мужчин до 184 сантиметров. Я планку всегда ставлю высокую для себя. И, конечно, хотелось бы лучше, но получилось, как всегда, так скажем. Но бои были очень эмоциональные, красочные. Соперники были прям классные. Мне понравилось с ними драться. Подготовка к сезону продолжается. В Тюмени секция спортивного ножевого боя представлена школой «Талпар».